Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений, ну и с вложениями, зарабатываю денежку на просмотре сайтов. Называется LightGPT, вот как-то так. Это старый добрый бокс, работает, платит. У меня очередной вывод. Ребятки, если мы зайдем в вывод средств, кликну «История». Я вчера ставила на вывод. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Вот 13.02.22 года. Доллар 32 цента. Готовые. Все супер. Переходим на почту. И, ну, с учетом комиссии, плюс доллар 30 USD 14.02.22 года. И комментарий. Ну, вот мой логин. И комментарий LightGPT. Ну, вот как-то так. Такое вот у него название. Теперь, ребятки, что по заработку? Помимо вот этой рекламки ПТС, основная, да, вот мы просматриваем, есть еще Афервал, кто не знает. И вот тут много, я не на всех работаю, только ПТС. Возможно, кто-то и не знает. Вот, смотрите, ПТС, рекламка. Кликаем, нас перебрасывает на страничку. Загружается шкала. Давайте подождем. Также нам идет доход, также идет заработок на основной баланс для вывода. И вот здесь выбираем, как бы, разгадываем капчу, кликаем. Все, зачет, ребятки. Следующий. Вот этот еще у нас тоже. Как? Сейчас загрузится. Здесь не все. Я только, по-моему, первых три у нас. И здесь точно так же. Ребятки, кликаем. Такой же доход идет, как я уже сказала, то, что мы просматриваем с основного, как бы, с ПТС-ок, идет нам доход. Ее не сильно много, но все-таки копеечка идет. И также разгадываем капчу. Все. И еще вот это, по-моему. Первых три. Потому что там идут уже задания и как бы не сильно много, но тем не менее. И вот здесь мы вот также разгадываем капчу. Загружается шкала. Все, зачет. Ну и, естественно, и ПТС-ки. А тут уже все, по-моему. Там уже идут задания, пойдут. Вот. Нет, вот здесь тоже. Да нет, это задание. Или сейчас посмотрим. Да, здесь тоже. Просмотр сайта. Ждем. Также выбираем перевертыш. Все, зачет. Следующий у нас
А здесь все. Вроде как. Так, офервал. Да, 4. Вот до сюда я смотрела. И вот здесь уже пойдут задания, наверное. Да, здесь уже задание. Все же по центу. Сейчас посмотрим. Да. Там уже пошли задания. Значит, вот мы просматриваем. 1, 2, 3, 4. Вот первых 4 серфинг. Ну и, естественно, вот эти ПТСки я просматриваю. Так что работает платье. Также у меня... Ну, реклама тоже предостаточно. У меня апгрейд сделан. Здесь очень дешевый апгрейд. До 27.04 истекает. Это у меня сделан он. Сейчас скажу, по-моему, на 90 дней. Я платила, сколько я платила? 30 дней, 35 центов. А я платила, да, на 90 дней я платила доллар 5 центов. Вот я оплачивала на 90 дней. Он у меня еще только в апреле. Да, в апрель. Март это третий месяц, до 27 апреля выходит. Вот у меня только истекает. Ну, естественно, здесь рекламка дешевая. Я обязательно на баннерах даю рекламу. Я уже показывала неоднократно. Это все можно сами посмотрите уже. Вот. Также на ПТСке. Ну, баннеры в основном и ПТС. Больше я тут ничего не даю. Так что заходите, работайте и зарабатывайте. Ребятки, абсолютно без вложений. То, что я сделала апгрейд, это мое личное право, мои деньги. Что хочу, то и делаю. Вот, а так, без вложений, минималка на вывод не завышена. Минималка на вывод от 50 центов на пайер. 50 центов. Тут читайте информацию. Здесь читайте информацию обязательно. Майн баланс. Также можно на Faucet Pay. Вот. И также на Faucet Pay от 50 центов. 2% комиссия. Выводите, если хотите. Ну, сюда я не вывожу. Вот. Ну, а здесь у меня на пайере 2,5%. Вот. Замечательный букс, конечно. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.